Первые урожаи дала теплица в ауле Махамбетов. Махамбетовцы планируют расширить комплекс, выращивать помидоры, баклажаны, болгарский перец. ТО «КАЗ Агромир» реализовала проект в ауле Махамбетова при господдержке в конце прошлого года. Стоимость проекта – 1 миллиард 129 миллионов тенге. Площадь тепличного комплекса – 2 гектара. Теплица полностью автоматизирована. Огурцы сортов «Мономах» и «Карин» выращиваются по испанской технологии. В этом году начали получать первый урожай. Ежедневно собирают по 4-5 тонн огурцов. В планах увеличить эти объемы до 10 тонн. В теплице работают около 40 человек. Аким города Нурлыбек Талибаев обещал всяческое содействие расширению проекта. Очень хорошо. Теплицы должны работать, нужно расширять. По поручению президента в связи с кризисом выделяются средства на развитие малого и среднего бизнеса. Из этих средств также можно взять на расширение. Со стороны правительства была поддержка с водой и электроэнергией. Аким города сообщил, что проблема с дорогой до теплицы будет решена. Больше у нас нет никаких вопросов. Если в аул придет газ, наша продукция станет еще дешевле. В Кызыларде и в пригороде на сегодня 10 тепличных комплексов. В следующем году планируется построить еще одну теплицу площадью 2 гектара. Теплицы вносят свою лепту и в снижение цен. Так, килограмм махамбетовских огурцов сейчас поставляется на прилавке по 250 тенге.